Глава государства подписал указ об утверждении государственной стратегии экономической безопасности Приднестровья. Цель документа – закрепить механизмы защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. Одним из ключевых приоритетов в стратегии указана активизация взаимодействия с государствами, входящими в таможенный союз, и реализация мер по оздоровлению экономики республики. Напомним, для достижения этой цели правительством ранее уже подготовлен и утвержден план деятельности по ускоренной модернизации социально-экономической сферы, план 2500. Этим документом предусмотрена, в частности, структурная модернизация, то есть реформирование управленческих функций государства, модернизация отраслей экономики и гуманитарной сферы, а также территориального управления. Согласно подписанному президентом указу, ежегодно, не позднее 1 февраля, секретарь Совета безопасности обязан будет в рамках заседания Совбеза представлять доклад о состоянии экономической безопасности и мерах по ее укреплению. Подготовка документа будет осуществляться совместно с руководством правительства, Республиканского банка и ряда других органов власти.